Итак, мы познакомились с двумя великолепными учеными мужами полуострова Среднего. Это профессор теологии Калина и доктор теологических наук Серый. Вот. Они оказывали нам всякую посильную помощь и поддержку, учили нас правильному рыбному лову, учили нас навигации на Малой Волоковой губе, на Волоковой губе, вообще на заливах Баренцева моря. Показывали нам красоту фьордов, красоту схронов, спрятанных в этих фьордах. И также прививали нам интерес, собственно говоря, не только к рыбной ловле, но еще и к приготовлению вышеупомянутых пойманных рыб и крабов. Лишь мы видим. Можешь вину посидеть. Самое прикольное будет, знаешь, что рыба будет меньше вот этого блесны. Она такой крючок будет хватать. Валя. Надо проще. На Бориске, помнишь, я загадывал? Крабик есть? Я же говорю, объяснял все равно. Девочка, самочка. Давай кушай, я возьму. Да нормально. Живого? Дай, дай, дай.
него посмотри там. Вот так вот живем, нахуй, живем, не ебаться, нахуй, по день. 500 рублей кран. Один? Это мы своим, нахуй, печем, блядь. Который видит крабов, нахуй, грубо говоря, каждый день. Вот ты, сука. Да посыпись ты. Кать. Ну что же мы делаем? Серега, выправим все эти. Ага. Вот в данный момент мы можем наблюдать уважаемого профессора, скажем так, за своей непосредственной работой, добычей морепродуктов. В данный момент он добывает краба. Потрошит его на предмет наличия в нем тяжелых легких металлов. Доставай его. Не бойся, Олег. Только другой ключ не бойся. О. Нормально? Не кисло. Ты же не снимал? Нормально, блядь. Снял. Снимался? Прикуривает, блядь. Да. Да. Вот это ништяк. Девка там все снимали. Ты что, статично? Сань, там у Олега компьютер, смотри, сколько времени. Правда. Кровью жарить. Неделю жрать, вы представь себе. Какая это мука. Какое низкое коварство. Не верьте тому, что говорят крабы деликатесы. Вот. Треска гораздо лучше. Вот. Жареные крабы. Ох, бляшка. А до них кишит-то с ладонью. Бай кушать, собак будет играть. Бою хорошо. Давай, давай. Доктор Зольберг, что с вами? Не хочу уже. Мне наши крабы вот здесь уже. Дайте мне пиво. Это Сёмга. Местные называют ее просто и ласково Сёмушка. Подожди, сейчас. Сейчас я ее возьму. А он там горит нормально. А сейчас вы наблюдаете радиолу розовую. Второй, можно сказать, корень после женщины. Очень красивый. От импотенции помогает, если привязать покрепче. Ложит Сёмгу в уху. Сейчас будет скоро уха готова. С московских рынков рынка отличается гораздо большим вкусом. Мне, правда, мягкое.
Как, чай? Нормально. Это детям. Но не втаскиваем с помощью никому. Куда гадюка у меня? Стой. Вот и подходит к концу наша поисковая экспедиция. 2500 километров проехали в одну сторону, 2500 километров ехать обратно. Машины, собственно говоря, хоть вот систематически ломались, но в конце концов, с Божьей помощью, там, где нету станции техобслуживания, там, где нету магазинов запчастей, все-таки сумели из двух машин собрать полторы, спокойно следовать на них, без каких бы то ни было серьезных повреждений. Зато посмотрели местную флору и фауну. Поели крабов, хоть и незаконно. Познакомились с прекрасными учеными и теологами. Семга, сик, кумжа. Птица, рыба, подножный корм, все что угодно. Можно было бы жить здесь вечно. Утро, дальние заводи девичьих морей. Вот и проститься настала пора. Лина Хамари. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровый дальний поход. А волны стонут и плачут, и бьется борт корабля, растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля, растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Корабль мой упрямо качает седая морская волна, поднимет и снова бросает в суровую пропасть она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. И я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. И я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Нелегкой походкой матросской пойду я навстречу врагам, а после с победой геройской к скалистым вернусь берегам. Пусть волны стонут и плачут, и бьются борт корабля, но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля.